Она заставляла поверить, что деньги зло, и забирала все банкноты себе. Милиционеры поймали лжецелительницу. Цыганка ходила к пенсионерам, гадала, лечила от болезней и обчищала до нитки. Почему задержать? Погадал. Это сейчас о своем ритуале, который излечит от всех болезней, она рассказывает неохотно. Зато как уговаривала последнюю жертву, бабушка уверяла, снимет порчу с нее, с родных, а все зло в деньгах, и поэтому собрать их нужно в одну кучу. Снятие порчи заключается в том, что необходимо все имеющиеся дома деньги и ценности завернуть либо в бумажку, либо в тряпочку, прочитать молитву и спрятать под подушку, несколько дней не открывать. А потом подменила сверток. Вместо 50 тысяч рублей на руках у старушки остались лишь бумажки. Вот только пенсионерка вовремя обратилась в милицию и гадалку задержали. Сейчас здесь ждут звонков от других пострадавших.